Масштабное благоустройство двора развернулось возле дома номер 1 в Можайском переулке. На площадке уже разобрали старое асфальтобетонное покрытие, убрали изношенные бордюры, их заменят новые. Сейчас идет замена щебеночного основания. В дальнейшем здесь появится новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, будет обустроена парковка, чтобы машины больше не занимали проезжую часть. Возле подъездов установят современные лавочки и урны. С жителями все согласовывается, если что-то идет не так. Все пожелания жителей, все учтено. Работы планируют завершить к концу августа. Сейчас на объекте трудится 5 человек и 3 единицы техники. Работают днем. Выполнена примерно половина от запланированного объема. Идем с опережением. Все работы будут выполнены раньше времени. Претензий нет, работаем в штатном порядке, то есть все. Всех все устраивает. Эта масштабная реконструкция стала возможной благодаря программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Видите, сейчас делается дорога. Вы посмотрите, как хорошо делают дорогу. Скверик вот этот. Делают идеально. Идеально. Нет, нормально. Я вам скажу, микрорайон благоустраивается очень прекрасно, очень. Такие же работы проводят и во дворе 11-го дома по улице Матросова. Там они подходят к завершению. Августина Охременко, Валерий Майоров, «События».